Здравствуйте, здравствуйте. У нас тут хорошие новости. У Батона наконец-то стал мокрый нос. Да куда ты прячешь свой нос? Покажи свой нос. Нос покажи. Ай, что за кот, а? Все время батонится. Вообще секунды простой нет. Вон. Сейчас уже суховат, кстати. Я пришел, он был прям мокрый-мокрый. Видимо, я всю мокроту своего носа стер, когда трогал. Мокрый-мокрый носик у него был. Значит, он все-таки не так плох. И он мне даже руку лизнул, понюхал и лизнул. Хорош мне пятки нюхать. Вот. Так что это хорошо, значит, там все работает. Возможно, воздух здесь суховатый, может, из-за этого у него нос в остальном виде сухой. Вот я пришел вечером, когда перед моим приходом, может, он спал. А когда бодрствует, он у него сохнет. Не знаю, в общем. Но носик был сухой. Да, маленький. Обрубок его. А куда ты опять убатонился? Ну? Кушает хорошо. Ну, когда как. Корм съедает, пока меня нет. Паштет я приношу иногда. Он часть съедает, часть нет. Ну, повернись ты. Такой вот он кот. Чё ты? Задергался что-то. Не нравится ему. Не нравится ему, когда пузико гладит. Нет, когда сам подставляет, наверное, нравится. Когда сам лезешь туда. Батон, ну ты чего? Хвостик что-то поджал. Не нравится ему что-то у него. Не особо в настроении сегодня. Так, поспать только. Да, еще щелкается постоянно, по ушку его щелкаю. Очень любит, когда ему вот так вот здесь вот теребят голову. Ну-ка, прижал, чтобы только мне щелкаю, я все равно его щелкаю. Батон, батон. Ядрен батон, ну. Вот такое, все, ну, уже все, он готов. Он лежит и батонится, больше ему ничего не интересно. Он поел, в туалет сходил, я пришел, погладил, все. Дальше он вот так. Ничего интересного не расскажет. Да, батон? Холодно на улице еще, он на погоду, может, и реагирует. Ну, очень нравится ему, когда гладит кончик головы, прям. Прям балдеет, не могу. Вот такие вот новости. Значит, носик у него бывает периодически в порядке. Я думал, у него все время сухой. А он у него вот так работает. Как-то по-своему. Шерсть с него вычесываю регулярно, но она все равно с него лезет. Это все новости к этому часу. Следите за батончиком. Всем хорошего настроения, теплых котов и до новых встреч.